Здравствуйте, это город новостей, в студии Андрей Медяников. Эфир, запланированный с главой города, переносится на завтра. Сегодня в выпуске. Ушло с молотка. Здание бывшего ДК продано под занавес года. Изменения в программе. Молодая семья вновь меняет правила финансовой игры. Поставить бизнес за счет государства или как попасть в список получателей субсидий. Крупная сделка. Аварийное здание Дома культуры в районе Машзавода почти год пытались продать. И на днях стало известно, что оно все же куплено. Здание бывшего Дома культуры пустовало почти целый год. Сотрудники уже давно переехали в театральный. Ведь бывший каш-клуб требовал ремонта не на 1 миллион рублей. Администрация решила продать имущество, назначив стартовую цену в 20 миллионов рублей. За два аукциона покупатель так и не нашелся. Цену снизили на 50%, и совсем недавно стало известно, что аукцион прошел успешно, и здание ДК приобрел кунгурский предприниматель Элфак Мамедов за 11 миллионов рублей. Как новое приобретение будет использоваться, пока неизвестно. Сформировано. Законодательное собрание региона, выборы в которое прошли в начале декабря, уже провело первое заседание. О чем говорили парламентарии и кто они, законодатели, на ближайшие 5 лет, в материале наших пермских коллег. По данным Краевой избирательной комиссии, на депутатские мандаты Законодательного собрания Пермского края претендовало 511 кандидатов. 32 народных избранника из парламента прошлого созыва свои кресла сохранили. Но в зале заседаний есть и много новых лиц. Законодательное собрание Пермского края обновилось практически наполовину. Из 60 парламентариев 28 человек впервые сели в депутатские кресла. Стало больше депутатов женщин. В нынешнем созыве их 8 человек. По оценкам самих парламентариев, такое обновление пойдет лишь на пользу Пермскому краевому парламенту в своей нормотворческой деятельности. То, что новый парламент наполовину обновлен, я считаю, что это нормально. То есть в жизни должно все потихонечку меняться, и желательно в лучшую сторону. Я вам гарантирую, что болота не будет политического, и скучать люди не будут. Дебаты будут жаркими, как вы считаете? Думаю, да. В любом случае. Начнется, скорее всего, раз есть фракции, значит, будет какая-то борьба и, скажем так, иногда политическая, иногда по делу. Все будет обязательно. Если законотворцы-ветераны уже прикидывают будущий расклад политических сил, то депутаты-новобранцы пока лишь привыкают к возложенной на их плечи ответственности. Первый раз это всегда очень сложно, я понимаю. И, конечно, ответственность большая, я понимаю. И об этом мне напоминают все депутаты. В первую очередь надо выполнять свои наказы, которые выдали нам избиратели. Основной вопрос сегодняшнего пленарного заседания – это выборы спикера законодательного собрания. После тайного голосования выяснилось, что большинство голосов парламентарии отдали Валерию Сухих. Напомним, ранее эту должность на протяжении последних 11 лет занимал Николай Девяткин. Смена приоритетов. У каждой семьи они свои. Но есть одно, что всех объединяет – это желание иметь свое жилье. На эти цели направлена федеральная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей». С 1 декабря этого года в долгосрочную целевую программу внесены значительные изменения. С начала реализации программы в Кунгуре, это 2005 год, она претерпела немало изменений. Сейчас социальную выплату в размере 35% средней стоимости жилья можно использовать на погашение процентов по жилищному кредиту. Но есть одно но. Погасить основную сумму кредита можно, если жилищный займ был взят до 1 января 2011 года. Если же кредит на приобретение жилья был взят после 1 января, можно погасить только первый взнос. Также появились изменения и для семей, которые получили и будут в будущем получать 10% расчетной стоимости жилья. Молодым семьям предоставляется дополнительная социальная выплата при рождении второго ребенка, с условием, что эта выплата составляла 10% после получения 10% социальной выплаты в течение 2 лет. Если они рожают второго и последующего ребенка, то им дается точно такая же социальная выплата. Давайте разберем на примере. Вот у нас получила молодая семья на 3 человек 158 тысяч, это 10%. Если они в течение 2 лет родили второго и последующего ребенка, то им еще дают 158 тысяч.
Они стучатся в дом в очень необычной для их обыденной работы одежде. В учебную программу будущих сотрудников полиции входит обучение работе под прикрытием. Но тому, что отдел по делам несовершеннолетних делает сегодня, в образовательную программу совсем не входит. Под таким прикрытием полицейские работают впервые в своей жизни. Татьяна Андреева посмотрела, чему прямо на ходу учатся стражи порядка. Сегодня я могу сказать, что акция проводится довольно-таки успешно. Дети, они не ожидали, они, конечно, в душе надеются, что к ним придет Дед Мороз, но когда он на самом деле приходит, для них это был настоящий праздник. К нашему удивлению, они могли Деду Морозу рассказать стихотворение, спеть песенку, что для нас тоже было неожиданностью. То есть удалось детям сделать новогодний подарок. Акция «Дед Мороз. Каждый дом» стартовала на всей территории Прикамья. До конца декабря люди, которые обычно наносят визиты в семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации исключительно в форме, сегодня пришли совершенно другой миссией. Сегодня они как добрые волшебники. Павел Орлов работает в правоохранительных органах 7-й год. Когда ему предложили стать временным Дедом Морозом, он, не задумываясь, согласился. Ведь Павел сам до 10 лет верил в существование Дедушки Мороза. Едем со Снегурочкой в семьи, чтобы создать в этих семьях праздничное настроение, чтобы было у них все хорошо, благополучие в семье. Тем более они нас ждут, особенно маленькие дети. Они верят в нас. Первая на очереди оказалась многодетная семья Орловых, однофамильцы Дедушки Мороза. Во время неожиданного визита инспекторов детишки смотрели мультики. Елена Орлова, мама 6 детей, при виде переодетых сотрудников в сказочные костюмы, чуть не расплакалась от радости. А вот детишки сразу окружили Дедушку Мороза и в благодарность за подарки рассказали ему и его спутнице Снегурочке стихотворение. Села кошка у окна, гойка-гойка пашет, ах, мышонок, ах, показик, как теперь идти на праздник, стало жаль. Мышатам кошку принесли, а не лягушку. Тетя кошка, не гони, тетя кошка, извини. Ты спустишься, Пашка, в плес, Новый год, злись на нас. Кошка пляшет, ты поешь, заспу, Новый год. Молодец, держи молодец. Подарок. Давай, Дедушка Мороз, я помогу вот тебе. Ой, какой, смотри, ты подарочек тебе красивый. Спасибо. Когда все детишки получили новогодние подарки, вместе с Дедушкой Морозом они исполнили песенку про елочку. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная зеленая была. С начала проведения акции больше 60 семей получили новогодние подарки от Деда Мороза. По словам полицейских, выполнение такого спецзадания им тоже пришлось по душе. Ведь своим визитом они подарили детишкам не только сладкие подарки и праздничное настроение, но и напомнили их родителям, что в канун Нового года их дети ждут от них внимания и заботу. Побольше находиться на свежем воздухе, побольше на всех возможных городских мероприятиях, больше уделять времени своим детям и, конечно же, уже не допускать беспризорности детей. И, наверное, вспомнить себя в детстве и создать ту самую атмосферу тепла и доверия для детей. Татьяна Андреева, Алексей Долгоруков, Галина Крикливцева, телекомпания «Кунгур». Вы смотрите «Город новостей». Ловушка для автомобилей. Один из заборов города навис над проезжей частью дороги так, что готов в любую секунду упасть на проезжие машины. Подробности в рубрике «Мелочи жизни». Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» – компания «Домстрой». Профессионал на рынке металлопластиковых окон. Весь путь на поселок Машзавода нас сопровождает вот этот бетонный забор. Только теперь он кажется не таким крепким, как прежде. Например, на этом участке иглы так и норовят упасть на проезжающую мимо машину или проходящего кунгурика. Как надо взять это ремонтировать? Все тут больше, ничего не сделаешь. А на соседнем участке плиты уже держат деревянные подпорки. Согласитесь, ситуация складывается весьма плачевная. И администрации машиностроительного завода наверняка следует задуматься об обновлении забора. Ведь мелочь эта падающая. В районе Машзавода, недалеко от 24-го дома по улице Карла Маркса, мы вновь увидели открытую угрозу для некоторых кунгуряков. Этот люк сдвинут почти на полметра, и, конечно же, в темное время суток в него без труда может кто-нибудь упасть. Крайне возмущена тем, что у нас такое состояние дорог. Именно люки открыты, в люк можно попасть
причем очень неудачно, сломать ногу или просто оттуда, если даже туда попасть, обратно уже не вывести. Маленьким детям тем более. Самое неприятное, что такие открытые люки появляются в Кунгуре с завидным постоянством. Ну а конкретно этот люк нужно, конечно, как можно быстрее закрыть, пока мелочь эта не привела к беде. Несколько недель назад Марат Борисов показал в своей рубрике, что у городского парка снесли забор, и выразил надежду, что на его месте появится новый. Сегодня мы вновь в городском парке, чтобы посмотреть, что же произошло. На месте мы увидели, что участок нового красивого забора уже почти закончили устанавливать. Ну что делают забор такой красивый, я очень рада. И очень даже красивый забор. Остается надеяться, что в скором времени вся территория городского парка будет обнесена таким железным ограждением. Мелочь, а прогрессивная. Партнер рубрики «Мелочи жизни» – сеть магазинов «Ваш дом». Все для вашего дома. Рубрика выходит при поддержке охранного агентства «Зодиак». Рекламный партнер рубрики «Мелочи жизни» – магазин «Атланта», улица Воровского, 4А. Сжигание крупной партии наркотиков. После вынесения приговоров по уголовным делам наркотики, ранее выступавшие вещественными доказательствами, как правило, решением служителей Фемиды подвергаются уничтожению. Их попросту сжигают. Сегодня очередная партия сильнодействующих психотропных препаратов была отправлена в топку на кузнечно-термическом цехе машиностроительного завода. Сегодня произошло уничтожение вещественных доказательств сотрудниками наркоконтроля. Было уничтожено более 6 грамм героина, что является уже особо крупным размером. Также была уничтожена маковая солома, еще в особо крупном размере. Растение конопли было 26 стеблей, 5 кустов. Был уничтожен дезоморфин. Для уничтожения наркотиков была собрана специальная комиссия. В нее вошли представители госнаркоконтроля, здравоохранения Кунгура и местного комитета по охране окружающей среды. По каждому приговору сверялись вещественные доказательства, после чего наркотики, приобщенные к уголовному делу, уничтожили. Все это было попросту брошено в пылающий огонь. Свой бизнес за счет государства. Это стало возможным благодаря целевым государственным программам. О том, как в Перми можно построить свой бизнес, минимально вложив в него собственные средства, расскажут журналисты телекомпании «Рифей Пермь». Красивые, с разноцветными фонариками. Что для малышни сейчас может быть актуальнее наступающего Нового года? На занятиях они зря времени не теряют, готовятся к нему. Под руководством воспитателя и под приглядом мам. Это уже четвертый развивающий центр для детей, который открыла в Перми начинающая бизнесвумен Мария Сухая. Дела идут хорошо. В день центр посещают до сотни ребят разного возраста. Если не центр занятости, но я думаю, что максимум, что могло бы получиться, это только открытие одного центра, то есть никак не открытие сети детских центров. Нематериальное желание начать свое дело подкрепилось вполне ощутимой бюджетной поддержкой. Защитив бизнес-план, Мария получила целый ряд субсидий. И помимо себя трудоустроила еще 16 человек, в том числе инвалидов. А потом взяла на работу еще двух стажеров. Светлана Карпова, педагог с 10-летним стажем, нашла здесь работу через биржу труда. Я считаю, что это для меня большая удача, потому что я живу рядом с этим развивающим центром. И мне достался мой любимый возраст ранний, который я очень люблю. Самозанятость стала одним из самых востребованных направлений краевой программы по снижению напряженности на рынке труда. Более 4000 субсидий в Прикамье было выдано в этом году тем, кто решил открыть свое дело и при этом создал дополнительные рабочие места. То, что нам удалось более 250 миллионов рублей направить на первоначальную материальную субсидию людям, выходящим на рынок труда. Половина из этих людей – это уже... Значит, не просто поддержка самих безработных, но еще и тех, кого они взяли к себе на работу. Это достаточно эффективная программа. Результатом бюджетной поддержки стало ощутимое снижение уровня безработицы в регионе. Он достиг до кризисных показателей. При помощи краевой службы занятости работу нашли 100 тысяч жителей Прикамья. Открыть свое дело – это становится все реальнее для тех, кто вынашивает свою уникальную бизнес-идею. Главное, что пугает в начале пути – отсутствие стартового капитала. Как раз с первоначальными инвестициями в бизнес-идею государство сегодня активно помогает. Вопрос, успевают ли воспользоваться этой помощью новоиспеченные бизнесмены. Подробнее об этом Елена Котельникова.
Юрий Белышев обзавелся собственным автосервисом совсем недавно, в апреле этого года. Ставку сделал на оборудование. Для оказания более качественной услуги автосервис располагает новейшим грузоподъемником. Появилась возможность поменять грузовой подъемник большей грузоподъемностью. Теперь можно поднимать не только легковые автомобили, но и микроавтобусы, также иномарки, джипы. С января нового года Юрий Белышев планирует принять на работу двух мастеров. Уверен, что у его дела есть будущее, ведь помощь не за горами. По краевой программе поддержки малого и среднего бизнеса хозяин нового автосервиса должен получить около 100 тысяч рублей. Есть создание магазина автозапчастей, чтобы клиент мог приехать не только отремонтировать свой автомобиль, но и купить различные запчасти для своего авто. Хотя далеко не каждый бизнес-проект заслуживает внимания тех, кто распределяет бюджетные деньги. Если говорить о том, кто работает и кто сумел достойно представить свои бизнес-планы, то из 15 представленных на комиссию бизнес-планов достойны внимания были только 4. Потому что действительно вот было понятно, что да, люди уже начали работу, и они действительно понимают, где они находятся, они действительно понимают, что будет с ними, например, через месяц, через два, через год. И самое главное, видно, что они оценивают свои возможности реально. Наталье Сунцевой дали возможность накормить пиццей весь город. Очень вкусная пицца. Хотя бизнес-вумен государство помогло дважды. В прошлом году хозяйка пиццерии получила так называемый аванс от Центра занятости населения. Безвозмездную субсидию более 150 тысяч рублей. На что и обзавелась печью для выпекания пиццы, наняла на работу двух сотрудников, арендовала помещение. В общем, начала работать. Тяжело где-то взять, допустим, первоначальный капитал. Это очень хорошая помощь. А уже в этом году, участвуя в краевой программе поддержки малого и среднего бизнеса, заработала еще 100 тысяч. И только успевает строить планы, чтобы разумно вложить их в развитие бизнеса. Сейчас мы планируем выпускать замороженную продукцию, для чего был приобретен вообще морозильные лари, морозильные холодильники. Всего 340 тысяч рублей было выделено на субсидирование начинающих бизнесменов по краевой программе поддержки предпринимательства. Не более 100 тысяч рублей на реализацию каждой удачной бизнес-идеи. Так что субсидировались самые-самые. Может быть, выстрадены, может быть, они настолько уже созрели, что эта идея, она прописана прямо от А до Я. То есть человек очень четко понимает, что он хочет достигнуть, каких целей. Причем он просчитывает буквально каждый свой шаг. Он понимает, насколько окупится его вложение, за какой период, что он достигнет, будут ли у него какие-то рабочие места и вообще сколько он будет зарабатывать и как он останется в минусе или в плюсе. Естественно, вот такие проекты, они достойны внимания, они рассматриваются серьезно, прорабатываются, просчитываются, проверяются. Ну а такие несерьезного плана проекты, я еще раз говорю, с расчетом на получение легких денег, конечно, такое у нас не проходит. Но шанс есть у каждого, уверены в администрации города. Главное – суметь им воспользоваться. Елена Котельникова, Алексей Долгоруков, Александр Липин, Михаил Бабушкин, телекомпания «Кунгур». Далее прогноз погоды и рубрика «Если завтра ремонт». Если у вас есть интересные новости, звоните 234-13 или оставляйте их на нашем сайте www.trkkungur.ru. Всего доброго. До свидания.